В Ледовом дворце Гродно накануне также было жарко. Неман встречался здесь со швейцарским Цугом во втором матче хоккейной Лиги чемпионов. В стартовом периоде на площадке наблюдалась упорная борьба, но буквально на самом ее излете гости получили гол в раздевалку от Боярчука. Однако на втором отрезке Цуг перехватил инициативу и забросил трижды подряд. К сожалению, спасти положение Неману не удалось. Команда Сергея Пушкова сократила отставание, но не более. Гости сегодня переиграли нас в первом периоде, очень много нам пришлось обороняться, но довольно, что мы неплохо сыграли в эти минуты в обороне, удачно реализовали большинство на исходе периода, но во втором периоде просто грубые ошибки, персональные грубые ошибки, которые, в принципе, не должны были выйти из ничего. Команда такого класса, конечно, сразу...